Я не фотогенетичен. Стой, казах. Не надо меня снимать, я не привык, на степи нет камер. Что вы делаете? Молодой человек, мы на даже общались. Алиса, помогите мне, пожалуйста. Уходи. Зачем ты меня видит? Что происходит? Помоги, Сережа. Ты думаешь, встань на стул и профиль у тебя красивее, думаешь? Не знаю, я... Что ты не снимаешь? Ты не снимаешь, что ты делаешь? В истории все надо. Все сгодится. Потом видос еще будет. Кто ты такой? Будет. Непременно будет. Я без башки не снимаю. Я думал, что мало ли. Жданчик какой именно. Он борщ еще меня так. Поймал. Чуть-чуть. Мердобор. Так и сейчас. Ключ, карта такая. Зацепить. Что, где там Вадим, Алис? Фоткает презервативы с тапочками. Да, где он был? Вон он туда. В музее уже все пришло. Это куда? Это туда. Это не работает, идем к Шерлоку. Хорошо, поворачиваемся, куда он ведет, туда и идем. Медикум? Нет. Так, так. В музей не ты. Так, нет. Все? Мы на месте. Что так мы на месте? Еда здесь. Мы на месте. Здесь. Давайте просто спас. Давайте просто спас. Ты карту мог. Можно зачем это думать? Нас недолюбливают. Для Молдова специальная карта. Так что по карте? Буни нам все делать. Ну это уже как-то... Школа. Бля, у нас непонятные карты. Что происходит вообще? Смотри, отель Орлов. У меня даже карты школы. Не, как вообще? Так, да. Да, вот эти штуки, надо под ноги смотреть, можно уйти просто. Ну что ты на меня снимаешь, я? Что? Какой Лего? За 3 Эдисона написано, видишь? Это... Где там написано? Это моя территория, я все знаю здесь. Видишь? Эдисон. Где? Эдисон, ты еще зарядок. Кринусь. What the fuck? Ну что ты делаешь? Зачем мне надо это делать? Я все уже голодный. Привет. 100% это как у нас чипбокс. Видишь? Серый, что ты сейчас хочешь? Серый, ты меня слышишь? Не на моего теря, не его бычку. Смотри, подожди, он так и останется. Морган. Что там, Морган? Он только притворяется, что умеет читать, типа, да? На носочки, на цветочки, ребеночку. Скидываемся. Горько! Горько! А баллон, это вообще я баллон. Я примерно сравниваю тебя. Вот ребят тоже. Кто вы? Мы тут гуляем. Туристов? Да. Арт-объекты. Тишина у змей. Даже пьете кофе. Тогда мы идем к вам. Мы были тоже тогда. Нет, помнишь, какой лайнер стоял в высоте, когда мы были? То лайнер, то не военный корабль. Лайнер. Чем? Это мои.
Чуваку нельзя подобраться. Тоже там все запечатлены. Все тоже просто такие глаза сидят такие, говорят, что это как? Пробует ее. Держишься? Да, мне приятно говорить. Да? Thank you.
Прошедшем первом дне. Спать хочу еще. Чего ты хотите? Прошел и прошел. Как вам? Прошел. Вчера мы, конечно, ничего не снимали. Ну да. Вам лимфодамская. Кого мы ждем? Зиха. Вчера сидели на памятниках. Вверх посмотрели. Сашка, как первый день встретил место? Нормально. Алиса. Как быть чемпионом? Тебе приятно, что у нас работает такой мастер? Конечно. Работал. Третье место это. Еще раз. Как запах тебе здесь? Четко, подойди. Четко. Сейчас что-то будет пить. Зона Пи. Второй день. Собрались. Пешком. Ну что, это клеено в плитку. Да? Это 3D татуировка? А белый будет кумыс? Молодой человек, пожалуйста, покиньте эту кабину. Кумыс white. Как? Нормальный интернет? Очень круто, все пришли за лагало. За лагало, да? Это символ Одессы? Одесса мама. Или символ свободы? Некоторые уже заканчивают. Но мы еще не начали. Алиса. Thank you.
Заходим и передаем за проезд. Так, тут сколько? Трое. Вы дали больше. А, девять. Так, подождите, сейчас я дам билеты. Так, раз, два, три. Вам два билетика. Один? Так, вам два. Раз, два. Один. Дальше. Возьми, мы едем. Один. Можно я как-то там плачу? Да. Тут четыре. Все, всем спасибо, всем хорошего. Вам спасибо. Спасибо. Тысячи гривен противоядия, давай. Да. Не зарабатываем. Классно завелся. Классно. О, как это завязался. Техника никакая. Вы в курсе, что вас уволили? Нет, ну как-то два дня уже. Два дня. На что вы вообще рассчитывали? Поесть приехать только, покупаться, море увидеть. Марши поесть. Как ваши впечатления? Об Одессе? О фестивале, в общем. Фестивале замечательно, больно. Стрессово. Немножко стрессово. Я не знаю, что с моим организмом, у меня вот это вот было. На кого вы будете похожи вот, в старости? Может, как на кого я буду похож в старости? На себя, это ничего. Нет, сейчас вот будет речь на камеру, Наша жизнь – это огромное письмо от ребенка к взрослому, которым мы станем. Вот, это послание. Послание меня старого. Я могу вот это делать, вот это, пока я молодой. Я 40 себе не позволю это сделать. Ну ты знаешь, что, в принципе, некоторые полоски лучше не переступать. Так. Ладно, все окей. Ну так как научил Боря, так и делаю. Вадим, как дела? Отлично. Хорошо. Все хорошо. Сделали там губы, брови? Делаю. Еще не закончили? Не, она уже третью модель делает. Третья модель. Супер. Все с одной анестезией. Не понравилось, как она мне делает. Слабенько. Как она работает? Приходите к нам, у нас лучше. Да, приходите к нам, решайте, что лучше сделать. Ну, скул. Я хотел еще хоп.
Ты хотел? Он хотел. А что не сделаешь? Он умирает уже. Он последнего, все, ему больно. Он уже, у него нога вот так. Он уже орал тут. Прикольно, нет? Да, отлично. До конца надо. Прокрыли. А это что, замуровил линию и решил уже как стиль? А, нет. Как впечатление? Все нормально? Нормальный Нормальный Вы вначале слышали вам кричали? Да, прикольный. Что кричали? Что вам кричали? Борш рошу? Сами фейк. Сами, вы вчера кричали, да? Там звали все. И выходили. Они же были на улице, что ли? Есть он? Давайте, бери что. Внутри бумажка, вам зайти. Ага. Более это самое лучшее. Нет, я возьму сама. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вот она. Прикольно. Погодите, давайте, кто первый? Давай, читай. Масоночка. Похоже немножко. Боль, разверни мне, пожалуйста. Ты сама себе читает? Таня читает. Поверьте всей душой в свою удачу. Круто. Кто следующий? Я. Ты следующий? Давай уже. Короче, ни хрена письмо. Все можно пережить в этой жизни, пока есть для чего жить. Кого любить, о ком заботиться и кому верить. Съел бумажку? Да. Давай. Счастливая жизнь прямо перед вами. О, вот так и бывает. Саша, а зачем есть? Написать себе собственные правила. Чтобы сбылось. Ну, да, прям. Серьезно? Вадим. Я поглотил. Вадим. Вся обиду вызываешь новую. Блядь. Так понятно, что ты вызываешь новую. Хорошо, следующий. Короче, давай. Мне еще тут. Так. Счастье – это выбор, а несчастье – это просто неправильный выбор. Вот этот статус для контакта. Сережа. Раскрой мне, пожалуйста. Надо их звать. Давай я сниму, да. Когда вы говорите честно и открыто, другие внимательно слушают вас. Еще раз. Когда вы говорите честно и открыто, другие внимательно слушают вас. Вот, теперь все слушали. Все, кто близко. Так. Все, кто Что такое коротенько? Улыбаюсь. Получат все, да? Молимся, то и получаем. О, все. Молимся, дети мои. А вы? Саша. Саша уже сказал. Он же по своим правилам. Да, точно, это верно. Оку фест, день третий. Что мы делаем, Борис? Святую? А вы что скажете? Нет? Вас не предупреждали? Ай-яй-яй-яй-яй. Я тут случайно проходил и... Затащили камера кондишн включили. Чего? Уже все заплатили. Да, в последний день.
работа. Можно посмотреть, что вы там уже набили. Херня какая. Видишь, что херня? Угу. Страшная. Да. Как успехи? Торопимся. Как? Торопимся успеть. Торопимся. Мы успеем. Мы не можем иначе. Ну, ты знаешь, нашим партом. Ну, да. Вчера все работали до 7, сегодня будет до полшестого. Сегодня до полшестого, да. Это так. Не, ну, образно. Ой, плохо. Что-то есть такое?
что могло произойти на самом конкурсе. Мы стали свидетелями такого важного события, друзья. Ну, мне очень понравилось Одесса, по крайней мере. Особенно фест. Первый раз все-таки. Хоть какая-то для меня атмосфера. Не знаю, как на предыдущих было, но вообще понравилось довольно-таки. Немножко странное судейство в плане первое место, второе, третье. То есть зажившие все-таки были три места, но свежие всего лишь по одному, что, мне кажется, было довольно мало. Могли бы тебе просто хотя бы дипломчики какие-то дать, уже было бы приятнее. Ну, так, в общем, посмотрел на мастеров других, очень интересно. Были их достойные работы, очень даже прикольные. Были не очень. Что, мне понравилось. Хорошо провел время, побывал, кажется, на конвенции. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть побывал. Понял, что надо расти. Повзбитал других мастеров. Из плюсов, что, как мне кажется, это то, что был хороший свет. Водичка, потом значочки подарили нам прикольные каждому участнику, дипломчики, все такое. Из минусов, опять-таки, то, что сказали ребята, что на зажившие как бы работы было три номинации, три места, первое, второе, третье. На работы, сделанные во время феста, только одно место. Это неправильно, потому что на фесте сложнее все делать, и надо за один раз, без коррекции, без ничего и так далее. Но это сугубо личное мнение. Делайте как хотите. Что еще сказать? Третье место у нас супер. Сашу поздравляю, рад за него и действительно достойная работа. Одесса супер, фестиваль супер. Он говорит. Классно. Что? Непонятное с судейством. Почему на работу сделано во время фестиваля там давали только одно место на зажившие? На домашней работе по три места тоже. Немножко. Все.